На Макавій на блакитную криницу чарада автомобилей. Традиционно сюда приезжают тысячи человек. Их адрозная рыса – бутельки у руках, каб набрать воды. Основная идея отбывается ля озера, яку утворяет блакитная крыница. Ее называют одним из цудов Беларуси за частини воды и отметного бирюзового оттеня. Народ лечит ее гаючей. Всякие надежды питаем, что все-таки крыничка помогает. Вода у блакитной крыницы заўсёды одной температуры, каля 8 градусов тепла. У моцные морозы от яе идет пар, и можно греть у воде руки. А теперь треба пэўная мужность, каб три разы поводле стародавней традиции перайсти крыницу альбо окунуться у яе. Однако на гэта тут вырашаюцца люди усіх узростаў, от малых до старых. Как ощущения? Класс. Для чего это делаете? Здоровье, город помогает, читаем, интересуемся, все, приехали. Ну, крутое ощущение было. Ну и что ты теперь чувствуешь? Тебе холодно? Ну, мне нормально. Вот когда побудешь немножко в воде, тогда тебе теплее становится. Мне нравится после этого вообще ощущение такое свободы, как-то, ну, легкости такой. Ощущаешь себя другим человеком. У православной каплицы идея богослужения. Верники причащаются и за одним разом освячают на Макавее городину нового урожая, принамсі морква и мед, с добрыми надеями. Ну, это святое место, поэтому мы сюда приезжаем и освящаем, и купаемся, и ходим. Ну и хочу, чтобы было благополучие в каждом доме, здоровья всем. На блакитной крыніцы традыцыйна адбываецца абрад асвячэння вады і хросны ход. Бо ёсць меркаванне, што менавіта тут продкі вернікаў прымалі хрышчэнне. Сегодня здесь особый день. Конечно, праздник по всему христианскому миру, но голубой крыніцы он особенно чувствуется. Это место, которое духовно нас всех укрепляет уже более 1000 лет. Фестываль Макавей мае разнастайную программу. Наколькі стасуются гандлёвыя рады, выступления артистов со стародавним обрадом, вырашает для себя кожный сам. Ці іншими словами, знаходить тое, что ему по сердцу. Але усім по сердцу мядовые гандлёвыя рады, тому что свято на блакитной крыніцы отбывается як раз на мядовый спас. Здоровья! Провести этот день со своими родными, кушать мед. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.